Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем немножечко играть в Valorant. Valorant репликация, ребят, да, репликация, Valorant, немножечко еще поиграем. Серии у нас будут короткие с тобой, для того, чтобы были просто короткие серии, потому что смотреть, как я нублю в течение 40 минут, никому не нравится. А так, 10-15 минут, ну, можешь посмотреть, как чувак хреново играет, и его пинают по всей карте. Вот, унижают его, это можно посмотреть. Вот, а так да. Так я, в принципе, ну, как ты знаешь, не очень хорошо. И у меня когда как? У меня бывает иногда хорошо разыграно, иногда плохо. Иногда то сидишь не так, то что-то руки, ноги замерзли, что-то как-то отвлекаешься непонятно на что. И бывает такое. Вот, бывает прям как читер играешь, а бывает, что нет. Вот, репликация. Будем пока играть в репликацию, потому что до 5 побед. То есть мне это нравится, быстренько, четенько. Вот, и классно. Быструю установку спайка я не хочу играть, потому что кто-то скажет, что быструю установку спайка же тоже 5 этих раундов. Там оружие нельзя выбирать. Вот, будем играть пока в репликацию. Мне что-то понравится. Режим простенький, быстренький, как раз такой, какие должны быть здесь режимы, не напрягающие. То есть, не как вот в рейтинговой игре, когда там сидишь целый час и тебя унижают. Вот. А здесь все быстренько, все классненько, все чётенько. А что у нас по этим? Матч не успел. Найден. По навыкам-то что мне там надо по заданиям? А, кстати говоря, вышло же обновление здесь 4.05, по-моему. И теперь подбор карт, по-моему, в рейтинговых играх станет лучше. Будем играть сегодня за сову, ребят. Будем играть все за сову. Вот. Но ребята думают, кого выбрать, и они думают, что именно выпадет их на персонаж, но нет, выпадет мой. Они могут выбирать кого угодно, выпадет сова. Ну, у меня такое ощущение, ну, ты знаешь. Если кто-то вдруг меня давно смотрел, еще до того, до тех событий, которые произошли, то знает то, что выбираю я, обычно и выпадает. Игрок 3 долго выбирает, даже не знает, что выбрать. Ник у него скрытый, видимо, он очень... хорошо играет, такой про-игрок, знаете. Он не хочет, чтобы его ник знали. Типа, знаете, герои остаются всегда, ну, безызвестны. То есть никто не должен знать его имя, он же герой. У него даже микрофон отключен, кстати. У него даже отключен микрофон. Вот, ну, видимо, он сейчас ливнет, я не знаю. Потому что время уже подходит к концу, он ничего не выбрал. Либо он такой крутой, что он выбирает в последнюю секунду. Потому что прямо вот когда последняя секунда, и он выбирает. Да, 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 он выбрал прям в последнюю секунду, но со стороны противника никто ничего не выбрал. Видимо. Да. Ну, вот такие вот ВКБенщики здесь сидят, знаешь, сидят по полгода, что-то пытаются выбрать, что-то делают... вид, что они крутые какие-то, ники скрывают. Матч и так далее. Найден. На самом деле, ты сам знаешь, кто они. Ну да. Я понял. Я понял тебя, игра. Угу. Конечно, сова. Я понял тебя, игра, да. Просто, если кто-то не знает, Icebox моя нелюбимая самая карта. Я не знаю, она мне вообще не заходит. Она мне вообще не заходит, она мне не нравится. Я не знаю, в ней что-то не то. Может, потому что там зима. Я зим просто не особо как бы люблю. Вот. Зиму я не особо люблю как бы. И может, контейнеры там какие-то не такие, я не знаю. Я же говорю, моя сова будет. И заметь, даже не то, что это, ну, вообще сова выпала, да, а именно моя сова. Я же говорю, будет моя сова. Памперсы, кстати говоря, с нами памперсы играют. 322. О, против джетки. Не, ну в принципе нормально. Джетка против совы, это нормально. Хотя у них левелы вон 135, 116. А у нас даже сотого я левела нету. Силы, так же, как у нас даже сотого нету. Вот. Что-то они здесь в патче что-то поправили эту. Пытаются править эту карту. Что-то до сих пор. Она у многих, как я понимаю, нелюбимая. Не знаю, в ней что-то не так. Может, если бы они сделали летний вариант этой карты. Летний, такой тропический. Может бы она лучше смотрелась.
Может, потому что мне уже надоела зима реальная, и я уже хочу, чтобы потеплее было. Перезаряжаю. Сканирую местность. Запускаю дрон. Летим. Ага, там уже джет. Летим. Полетели. Полетели, Соло. Я понял, надо помогать. Ой, здрасте. Да. Надо помогать, да. Пока мы там сов запускали, что-то там разведданные там, да. Спайк установлен. Они уже на А установили. Они уже зашли, положили бомбу, установили и все. Перезаряжаю. Пока хренью всякой страдали здесь. Опять же, о чем это говорит? О том, что навыки в Валоранте, они, в принципе, не особо влияют. То есть скилл влияет, ты же убиваешь с помощью оружия здесь. И да. В общем, я же говорю, у них чуваки там сотого левела. Да, лук и стрелы — это старомодно. Зато надежно. Давай возьмем. Перезаряжаю. Ой, извините. Извините. Ой. О. Нормально, Дэнди. Ах, вспоминаю. Дэнди, Сега. Я их найду. Веду разведку. Скажи. Нашел. Местность. Вон они. Вижу врага на миде. Пошло нахрен. Шоковая стрела. Перезаряжаю. Спайк на А. Шоковая стрела. Блин, меня молоток убил. Меня убил молоток. Молодец, сам себя убил. Красава. Их сложно сломить, но мы красава, справимся. Чувак. Так, ну чё, они, наверное, сейчас опять нам будут, да? Или где? Я не могу, вот эти вот геймерские эти. Чуть не захотелось что-нибудь, знаете, в это поиграть. Дэндивское что-нибудь. В Чип и Дейл какого-нибудь, я не знаю, в что-нибудь еще. Что-нибудь еще такое. Музыка 8-битная, она такая, конечно, прикольная. Веду разведку. Сканирую местные. Я попадал. Я попадал, но я почему-то не убил. Почему я не убил? Потому что это Валорант. Слева заходит. Памперсы. Уничтожен. Ну, а не надо, по-моему, установили-то. Да, на. Да господи, что у тебя? Он обделался, видимо, со страху, что ли, даже попасть не смог в упор. До смены сторон один раунд. Не экономьте. Вот так. А, до смены сторон один раунд. Ну, давай. Пойдем. Пойдем мы вот сюда. И вот здесь мы поставим с тобой что? Прокинем стрелу. А, кстати говоря, у меня ульта готова. Странно, но у меня готова ульта. Что у меня со счетом? 1-3, мой стандарт. Охотимся. Мой стандартный 1-3. Вот здесь. Веду разведку. Прочь с дороги! Я охотник! Ну, он где-то здесь, да. Где он? Нормально я вышел. Нормально. Прочь с дороги! 30 секунд.
Ну, а он уже на Б. Бегите быстрее, господи, не будет он здесь сидеть. Я охотник! Бегите быстрее. Я так говорю, как будто, знаете, я про игрок какой-то и такой, я много чего для команды делаю. Но на самом деле я ни хрена ничего для команды не делаю. Я говорю, надо играть для удовольствия. Надо играть для удовольствия. А задротство ни к чему хорошему, ребят, не приводит. Она приводит только к нервным срывам. Вот. А кому нужны нервные срывы? Никому, правильно, вот это вот. Раздраженность. Надо играть по удовольствию. Есть метка. Ну, это они так честь отдали. Это они мне честь отдавали. Да, вот так вот. Тын-тын-тын-тын. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Так, ну чё, куда пойдем? Я, кстати, их отключил. Нет, я их не отключал. Тот в игре есть? Нет, никого. Я один играю. Я играю один, со мной никто больше играть не хочет. Все говорят, что я дно. Я не умею играть. Я не профессионал. Но я на самом деле профессионал. Я просто скрытый киберспортсмен, ребят. Я просто не хочу показывать все свои навыки, знаете. Все свои навыки, как я умею играть. Потому что все сразу будут меня подозревать в том, что я читер. Вот. Вижу врага на миде. Веду отряд. Вон они. Вот, видишь, я специально мажу. Ты думаешь, я промазываю? Нет. Давай. Шоковая стрела. Вот. Я это специально делаю. Один враг. Красава. Слышу. Куда в мета? Эй! Ладно. Ой! Осталось 0 игроков. Ну, вот так нормально. Да? Нормально, нормально. Хорошо. Так, НТ. Чувак написал НТ, это, наверное, типа что-то хорошее. Не знаю, возможно, хорошее, возможно, плохое, не знаю. НТ может, типа... Не знаю, это какие-то сокращения английские, я не разбираюсь. Я русский язык не знаю, а уж английский тем более. Так, Закупаюсь. Сам себе что-то делает. Что ты делаешь, придурок? Сова какая-то у нас неадекватная. У нас сова какая-то неадекватная. Он своих калечит. Чтобы чужие боялись. Он калечит своих, чтобы чужие боялись. Куда там стенку? А, блин, да, тут справа, слева, а я тут не понял, да. Ну, говно, взял пушку. Это все пушка виноват, ребят. Это все виноват пушка. Это не я. Красава. Красава. Молодец. Отъехал классно, первоклассно, первоклассно. Мне понравилось. Твоя стрела их обнаружит. Твоя стрела, они да. Бегут. Да. Тогда и ударь. Тогда мы обосремся. Когда они побегут, тогда мы обосремся. Перезаряжаю. Вот. Давай туда прокинем. Вот туда прям. Перезаряжаю. Перезаряжай. Нормально. Чувак, ты какой-то ненормальный, ты в курсе? У тебя все хорошо? Зачем ты мне в ноги хочешь стрелять? Что ты делаешь? Брать с дороги! Веду разведку. Спайк на миде. Умри. Господи, какая летушка. Есть. Отходим? Все. Так, я видел там. Я охотник! Один игрок. Понял. А кого спайк там? Спайк там.
Великолепно. А я, знаете, когда отступал, не видел здесь. Я пойду спайк возьму. А, понял. Насрать. Он там сидел. Я там как бы краем глаза видел, то что справа там якобы никого, но потом увидел, то что там кто-то есть, и решил как бы... Разве можно им отказать? Вот. Иди на точку Б. Иди на точку Б. Иду на мид. Ну, у них там 150-е левелы, ребят. У них там 150-е левелы. Вот меня убил 135-й левел. Ну, это задрот, понимаете. Против них я ничего не сделаю, я же не киберкотлет. Вот. Но против джетов, кстати говоря, профессиональных джетов играть сложно, потому что они летают. Прочь с дороги! Веду разведку. Вижу врага на дороге. Прочь с дороги! Молодец, красава. Есть ветка. А, ну ладно. А, у меня пробивной как-то... А я броник не купил, что ли? Какая у него пушка интересная. Мне такие пушки, кстати говоря, не очень нравятся. Органические такие, которые у тебя в руках. Остался один игрок. Что-то шевелится, мне не особо нравится. Что-то живое. Но проиграли мы красиво. Мы старались. Мы старались, мы играли. Победа защитник. Мы играли, мы старались. Шутка. Я не старался. Ну как бы я просто играю ради... Хотел сказать ради поражения. Я играл ради удовольствия. Вот, все. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Следующая серия обязательно когда-нибудь будет. Вот. Пропускаем. А что у нас здесь? Играть в раундах. 150 раундов надо, охренеть. Приобрести предмет в оружейке, использовать абсолютно умение. А это что, подожди, это у меня что, задания такие или что? А, по 17 тысяч опыта, да, дадут? Использовать абсолютно умение, играть в раундах. Приобрести предметы в оружейке. Ага. Все понятно. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.